В большинстве магазинов Искитима, как сетевых, так и торговых павильонах, сахар отсутствует, а стоимость продукта в зависимости от производителя сейчас колеблется от 69 до 110 рублей за килограмм. Хотя сахар входит в перечень товаров первой необходимости, в отношении которых приняты предельно допустимые цены. Кроме сахара, список содержит еще 23 позиции, включая мясо, рыбу, овощи, крупы, масла растительное и сливочное, яйца, хлеб, соль и так далее. Некоторые сети сохраняют правила выдачи ограниченного количества товара в одни руки. В целях недопущения необоснованного роста цен администрация города Искитима, начиная с 9 марта, в ежедневном режиме проводит мониторинг цен на товары первой необходимости. Отмечено, что за период с 22 февраля по 15 марта выявлены факты увеличения стоимости следующих продуктов питания. Цена на сахар увеличилась, на рис, на муку, на гречневую крупу и хлеб, на печенье, шоколадные конфеты, на сливочное масло и молоко, на творог, картофель и белокочанную капусту, также на лук. Данные предоставлены Управлением экономического развития Искитима. По итогам мониторинга все данные о ценах передаются в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Контроль за ценообразованием на потребительском рынке осуществляет Федеральная антимонопольная служба России. Для жителей Новосибирского региона открыта горячая линия, куда можно написать обращение касательно необоснованного повышения цен на социально значимые товары. Также принимаются заявки по телефонам 499-755-2323, дополнительный номер 054-105, а также местный телефон 383-223-89-40.